Новый год все ближе, его приближение чувствуется во всем, соответствующее настроение буквально витает в воздухе. Однако конец года – это не только праздничная пора, но и время подведения итогов. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» прошел новогодний прием руководства района. Благодарили за успешную работу и поздравляли тех, кто усердно трудился в 2016. В новом году, который наступит, я желаю каждой семье, прежде всего, чтобы были здоровы ваши близкие. Это самое главное. Чтобы у вас в семье царил мир, благополучие, чтобы был достаток, чтобы было счастье. С наступающим Новым годом вас! Здоровья, счастья, успехов, добра, всех жизненных благ и надежды на то, что мы вместе сделаем этот мир лучше. Хотелось бы, чтобы в наших семьях действительно был мир и согласие. Все были здоровы, все радовались жизни, и наше небо голубое над нами было всегда мирным. Те, кто усердно работал в течение всего года на благо Щелковского района, чествовали на сцене людей разных возрастов и профессий. Военных, которые посвятили свою жизнь служению отчизне, и гражданских, педагогов, строителей, предпринимателей и других, которые также самоотверженно трудились на благо Родины. Грамоту Московской областной думы за многолетний добросовестный труд вручили Марине Зверевой, заведующей детским садом номер 18 «Росинка». Это очень высокая для меня награда. Я работаю в системе дошкольного образования Щелковского района 35 лет. 21 год руковожу детским садом номер 18. Очень люблю свою работу, люблю свой коллектив и люблю детей, ради кого мы работаем. Прекрасное настроение и заряд положительных эмоций всем гостям торжества дарили артисты Щелковского театра. Интерактив начался еще в фойе, а в зале посетителей торжества ожидала насыщенная концертная программа. Зимняя пора – время волшебства, и когда, как не в Новый год, верить, что чудо обязательно произойдет. Хотел бы поздравить всех наших промышленников, предпринимателей, строителей, всех тех, кто занимается в Щелковском муниципальном районе градостроительством, с праздником Нового года, пожелать им в наступающем Новом году успехов, всех реализации задуманных планов, проектов, чтобы все то хорошее, что мы могли бы совместно сотворить в новом году, обязательно реализовалось. Я от всего сердца поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть этот год будет добрым, пусть принесет новых открытий много, ярких событий, удачу и все самое-самое доброе. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».